Привет, с вами Руслан, вы на канале Паф, и мы продолжаем играть в Pizza Tower. Почему я остановился вот сейчас, точнее не остановился, а показываю вам вот эту штуку? Потому что мне написали очень много комментариев различных, подсказочек. Мы с вами иногда смотрим, что нам люди написали и как лучше делать. Один из полезных комментариев был, что насмешка... Не забывай делать насмешки, они спасают от удара и пуль отражая их с соперников. Это во-первых. А потом можно сбить врага с ног, делая супер насмешку. Это я не знаю, потому что можно его просто ударить, как бы, и все, и выкинуть. Уже прошел не обучение, а пролог очень быстро. Так, и дальше у нас самая плохая оценка — это D. То есть на D мы ничего не прошли, это тоже уже понятно. И вот здесь очень большой текст, читать его не буду, но здесь очень много полезной информации. Бежать очень быстро, то враги начнут тебя бояться. Вот, перенесемся сюда. Написали еще, что, мол, как он там сказал? Если мы делаем супер вот это... Нет, это не этот комментарий, подожди, я что-то хотел сказать и забыл. Вот забыл, взял меня, затормозил. А, чтобы пройти на S, нужно держать комбо прямо на протяжении всего уровня. И есть супер-гипер-тур-банана-ультра-невероятная-межгалактическая-супер-нана-квадрамическая. Вот такая вот ульта, если у нас молнии появляются, мы нажимаем, то умирают все на карте. Не на карте, а на экране, кто там видел, как бы вот. А интересно, с боссами это пройдет? Ладно, короче, мы на втором этаже. Собственно, вот это все комментарии, которые я видел. Если что-то забыл, простите, потому что я перед серией обязательно читаю, это 100%. Но иногда могу просто что-то забыть сказать, потому что в голове очень много различной информации, очень много всего происходит. Еще предложили играть на крестовине. Но на крестовине... Вот я играю на крестовине, но она у меня, как скажем, галимая. Мы можем уже с вами пойти к боссу, смотрите. Можем пойти к боссу, но мы к боссу не пойдем. Мне второй этаж не очень нравится, уже, ну, по уровням. Не знаю, почему. Это мы прошли? Это мы прошли. 11800 на А, хорошо. Это мы прошли. Куда мы идем дальше? Это мы прошли, этот мудила. Все здесь рисует. Когда-нибудь я вернусь и надаю тебе по роже еще раз. У нас, по-моему, осталось раз. Смотри, вот это. И вот это. Правильно? У нас два уровня осталось. Тогда мы что делаем? Смотри, мы идем сначала наверх, потому что он как бы ближе, собственно, да? Он как бы ближе к тем, которые мы прошли уже. Вот так. Про насмешки я не знал, но теперь знаю. Ой, на превьюшечку. Ай, просто как же классно ты залетишь. Здравствуй, червячок. Вот это мне нравится, смотри. Ага, портал второго уровня. Понял, сюда мы никогда в жизни не приходим. Ну, по крайней мере, пока. Погнали. Блять, картошка, смотри, картошкой бежит. Здравствуй, я тебя пойду, держи, это твой брат. Угу. Забирайте, распишитесь. А это что за яйцо? Так, понял. Картофелины добрые, смотри. Сейчас мы проверим кое-что, смотри, здравствуй. Что за... Он реально парирует. Смотри, ты, короче, так. А вот там что? А, мне кажется, я знаю, что сделать. Сейчас попробуем просто ради интереса. Сейчас, подожди, давай еще раз. Нет, давай еще раз. Давай еще раз. Нет, давай еще раз. Ну, давай еще раз. Ну, давай разок еще. Ну, что ж ты, сука-то такая. Бля, ты посмотри, что падла творит, а? Бля, он слишком сильно рикошетит. Сейчас, давай вот так. Блять, он реально жестко рикошетит. Я понял. Спокойно. Спокойно. Есть, смотри, мы знаем, где усатый. Осталось... А что за георгиевская ленточка? Смотрите справа. Георгиевская ленточка. В игре нифига себе. Ну ладно, молодцы, добавили. Так... Нам нужно теперь найти самого усатого, правильно? Так, вот сюда мы не можем. Сюда мы вниз не можем. Почему? А, мы снизу пришли. Все, побежали. Короче, вот, парирование, это как блок, который отражает любые атаки, я понял. Теперь, точнее, нет, насмешка. Насмешка отражает практически... Здравствуй, вот, держи. Вообще клево стало. Это что? А это можно? Это нельзя. А почему нельзя? А ну-ка, верни лестницу. Все, понял, почему. Понял, почему. Все, пойдем. Пошли. Наша задача — найти усатого. Это прям вот 100%. Сыр. Забираем весь сыр.
Хочу вниз. А вниз нельзя, да? Вниз нельзя без какой-то лестницы, это я помню. А, там наверху что-то есть. Смотри, помидор какой-то. О, мужик, здорово! Блять, не вовремя нажал. Ну-ка, оп, получи по морде. А, так, хорошо, нравится, да, смотри? Так, идем. А, у тебя все в порядке с головой там? Все нормально? Я бы тебе рожу-то начистил, но ты такая крыса, внизу прячешься, когда твои братья сражаются. Подожди, назад. Так, я так понимаю, нам это надо пробраться будет. У тебя брат здесь пророс, друг. У тебя, блядь, пророс. Вы что так вообще за враги, не пойму? Какие-то крысы все, смотри. Все что-то прячутся где-то. А можно как-то... Чисто на удаче. Ой-ой-ой, как красиво. Как взять его? Ой-ой-ой, что творится? Блять. Молодец. Молодец. Так вот. Нет! Нет, как я его не взял? Блять. Как вниз теперь спуститься? Никак. Короче, что-то запороли. Смотри, запороли, где-то там что-то я пропустил. Блять, ну. Ладно, разберемся сейчас. Вот этот мне не нравится. Ты вообще здесь на всю жизнь останешься. Блядь, какая мразь. Пошел ты в жопу. Стоп, сейчас проверим. Все, кто говорят на экране, умирают. А ты не умираешь. Сейчас попробуем. Нет, еще раз давай еще. Блять, рано. Ой, смотри, сработало. А вниз можно? Обратно. Нет, на, получи. А, получи по мордасам. Блин, обидно, мы там пропустили столько всего. Даже неприятно как-то стало. Там еще он, смотри, что-то дальше есть. И дверь какая-то. Я хочу идеально попробовать сделать. Стой. Ананас отдай, ананас. Да блять. Ну что-то за что ты меня бьешь, не пойму. По жопе еще постоянно. Так, а нет, это не туда. Зараза, смотри, какая падла. Так, а вверх. Сюда. Есть, все, проходим дальше. Не обидно, что мы там пропустили, конечно, но... Что делать? Что делать, если что, перепройдем? Здравствуй. Двойной прыжок. Что происходит? А ты можешь? Ой, хорошо, взял, смотри. Что, блядь, за хуйня? Корова. Это коровы, смотри, они опять нападают. Пошел вон. Это мой. Мой. Вот и больше всего... Блядь, не пойму, что. Больше всего смущает, что это делает все повар. То есть, пицца-повар или кто-то. Нет! Ух ты, повезло. Пошел в ЖЖ. А сюда можно? Нет, нельзя. Ладно, нельзя так нельзя. Курицу отдай. Все, пролетели, смотри, пролетели. А, не, не пойму, смотри, куда нам, как там пройти, тоже не пойму. Смотри, ну нам можно же как-то туда пройти, правильно? Наверное, это потом будет все. Собственно, да, это уже получается... Ты чё? Вы чё творите? А ну подошел. Блять, я думал, ты уже... А здесь кто? Подошел. Подошел сюда. Пошел, теперь подошел, потом пошел. Рыба вон царит, а многие разные вещи есть здесь. Так, а что здесь? Усатый? Так, куда это ведет? Блять, вы че? Сумасшедшие, блять. Хорошо, берем. Ага, идем. Усатый! Да! Так, теперь проблема. Знаете, какая? Как вернуться? Там же не про... За что ты по жопе меня бьёшь? Усад у нас есть, как нам вернуться, если там, по-моему, заблокирован проход, который ведет к усатам. Наверное, это в самом конце будет уже, да? Давай сейчас посмотрим. Быстренько посмотрим, если что, я это вырежу. Короче, я посмотрел, и в итоге, что я могу вам сказать, да, там проход закрыт, поэтому мы сможем усатом воспользоваться только когда...
По второму кругу, грубо говоря, пройдем. Так, здесь пусто. Там проход закрыт, хорошо. Все, тогда ждем. Не понял сейчас. А куда нам идти? А куда нам идти, получается? Мы же сюда, правильно? Мы сюда пришли? Ну, мы сюда пришли. Так. А там какая-то платформа, смотри. А что это за платформа? Блять, мне не нравится, что он так иногда... Тут ничего нет. Тут просто дальше нельзя пойти. А, можно, смотри. Тихо, курицу отдай. Пошел вон. Блин, как же мне помогает теперь вот это парирование, что в момент... Тихо. Что в момент вот этого... Вот, в момент насмешки. Ты причинил пипи на боль. Ты не хочешь, да, мышь? Сука. Ладно, возвращаемся за нашим петухом. А я полетели. Так, есть. Есть. Здравствуй, пошел в Жопенский. Забирай свою курицу обратно. Так, берем. Главное воспользоваться нам с вами. Мы... Так, смотри. Подожди, я просто залип. Допустим. Пошел нахрен. Ой, как ты, ой, ты красавчик. За что? За что мне? За что это все? Так, мы собрали нам еще сосиску и ананасик. И, собственно, здравствуй, блядь. Не ожидал, блядь, что это. Вернись назад. А, мы за здесь вроде ничего не забыли. Все, идем. Нам сейчас главное найти этого. А, и, вот, и последнему, знаете, всегда, всегда, да, что нужно же поднасрать, а? Ага, понял, что без этого мы не пройдем. Давай. Забирайся. Бери вот эту штуку, Мари, раз. А почему именно курица нам это... Тихо, спокойно. Так. Ага, получил. Ага, получил. Ага, получил. Ага. Так, забирай. А, нельзя, да, с этой пройти. Хорошо, нельзя, так нельзя, забирай. Мы обязательно найдем наших с вами остальных пиздюков. Не понял. Так, сейчас не понял, как я это сделал. Так, подожди. Ай, бля, как это охуенно. Так. Ух ты, смотри, что там. Ага, понял, смотри. Сейчас давай попробуем вот так. Блядь, ну надо уж красиво это сделать. Ну не настолько, блядь. Корова, извините, пожалуйста. Блять, я все думаю, он сейчас сильно далеко. Ты посмотри, что делает, а? Не обращайте внимания. Это просто отсталый человек по имени я. Есть, смотри, красавчик. Бля, надо было еще красивее сейчас было бы, если бы я вот сделал вот так. Сука. Блять, что ты делаешь? Хорошо, здравствуй. Еще раз. Хорошо. Так. О! Ха-ха! Все, поехали. А куда идти? Марио нам говорит идти туда, а что там? Тут ничего нет. Блять, вы че? Сумасшедшие. А, нам надо наверх. Получи по мордасам. Все, смотри, мы сейчас не торопимся сильно, прям как психованные, неадекватные люди. Мы сейчас вот так делаем. Так, спокойно. Подожди, нам нужно... Ну и спокойненько бежим, тут не так сильно далеко. Подожди, блять, что ты делаешь? Тихо, пошел. Ага, ага, понял. Ага, пердаки горят, все в порядке. Все в порядке, пердаки горят, это когда люди смотрят, как я играю. Чьи-то ноги были или как. Курицу берем. Взяли курицу, идем дальше. Мышь, ага, убил. Так. Блять, трэш происходит. Не понимаю, что происходит, но будем делать вид, что все так... Подожди. А что там? Мышь убили. Смотри. Ну, мы не то, что прям убили мышь, знаешь. Мы не убийцы какие-то. Мы просто ей как бы... Нет, тихо. Все, побежали. Времени сколько? Блин, времени уже не так много. Побежали быстрее. Все, побежали. Ага, взял. Блин, иди ты отсюда, сука.
Так. Нет, тихо. Спокойно, спокойно, спокойно. Бежим. Бля, не знаю, успеем ли мы усатого этого открыть. Или не успеем. Закрыто. Все, понял. По-моему, это сейчас вот здесь он будет. Нет? По-моему, вот здесь он будет. Нет? Портал. Так, портал. А что? Бля, не, не здесь. Стой. Не-не-не-не-не. Вот здесь, по-моему. Вот здесь сейчас будет. Так, тихо. По-моему... Да я понял, блядь. Вон он! Вон он, вон он, вон он! Как зайти туда? Тихо. Так, спокойно, спокойно. Спокойно. Есть! Открывай дверь, блядь. Открывай. Усатый уборщик. Ну, скажи, кстати, что это уборщик. Пошли. Усатый сколько нам даст? 3000, хорошо. Все, красавчик. Мне еще сказали... А, вот, я вспомнил, что мне сказали. Мне сказали, если мы это все сделаем с вами, то соберем вот эти все штуки на каждом уровне. Мы пока на двух пропустили, на одном уже выполнили. Фух, если мы с вами это все сделаем, то нам дадут за это, короче, какой-то бонус. Какую-то полную концовку. Ну, что это такое, короче. Мы должны будем все собрать. Обязательно все соберем. Если не на видосе, то я сам соберу. Или на видосе соберу. И как бы да. Все, смотри, прошли уровень. Подойдите к мистеру Стику, чтобы арендовать ворота босса. Так, сейчас подойдем. Давай мы, смотри, арендуем ворота босса с тобой. Мы арендуем ворота босса, но при этом сейчас на босса не пойдем. Пойдем на еще один уровень. У нас остался один этаж. Мы вот у босса получаем ключ. И только тогда... Вот, смотри, мы, видишь, у двух не смогли пройти. Вот этот стенд мы не нашли у двух. Вначале вот там проходили. Так, теперь идем сюда. Монтировал видос, смотрю. Нет, камеры. Короче, не записалась камера, поэтому я... Там было столько прикольных моментов, вы себе не представляете. Просто угарный, прикольный видос был, ну, вторая его часть. Вот, я уже пошел в душ, короче, вышел, начал смотреть, и вот такая жопа. Просто, просто без матов тут, причем самых максимально неприятных. Никак не сможешь ничего объяснить. Вот, в общем-то, не смог записать и долго думал, что делать. Записывать еще раз, либо оставить, как бы, этот прикольный угарный момент, но без камеры. Решил, что какой-то вот бред будет, типа, часть с камеры, часть без камеры, и, короче, мы будем сейчас с вами перепроходить. Видите, мы нашли пончик, вот, собственно, мы с вами нашли пончик, мы, собственно, прошли на А 12 тысяч, и как-то да. Нет, ты на превьюшку не пойдешь, ну ладно, не пойдешь. Вот, собственно, мы это прошли, и мне так, знаете, обидно было. Уровень прям классный, уровень прям классный. И так, надо сейчас вспомнить вообще клавиши какие. Я знаю теперь, что мне сказали. Вот так, делаешь, хоп, смотри, отражает. Видишь, сыр забираем. Бежим, бежим, причем были настолько прикольные. Настолько прикольные моменты, некоторые. Допустим, где-то нужно было на сосиски прыгать. Я прыгал на сосиски, блядь. Ой, без сосиски, там, знаете, полчаса проходил, обрезал, а потом смотрю, камера просто, блядь, не работает. Но это... Вот так вот, просто бред. Мы сейчас с вами быстренько вместе пробежимся, дабы знать, и вы знали, те, кто не проходил, может быть... Или тот, кто проходил, чтобы знали, что тут происходит и так далее. Я, собственно, на самом деле все до конца не помню. Но самое главное, что я запомнил, это что гребаная лошадь, которая будет... Я, знаете, что думаю? Я еще, наверное, маты запикаю, которые я вначале говорил, потому что, ну, нафиг. Вот, вот эта лошадь здесь будет одна, которую нужно постоянно обгонять. И я вам скажу вот что, я ее ни разу не обогнал. Поэтому у меня возникла как раз мысль, почему я перезаписываю. Еще немаловажный фактор, не только потому, что нет камеры и как-то это стрёмно будет, а еще потому, что мы лошадь не... Нифига. Еще потому, что мы с вами лошадь не смогли обогнать. На этот раз, вот смотри, это сучья кобыла, смотри. А вот теперь никто тебе не поможет. О, подожди. Тихо. Блин. Не зря мы с вами перепроходим. Не зря с вами перепроходим. Мы сейчас быстренько всех отымеем, вот этих вот лошадей. Теперь смотри, у нас есть гриб. Раньше гриба у нас не было. Идем. Теперь, короче, вот такой прикол у нас есть. Главное что? Главное, что... А, вот это я помню. Вот эти я не особо... Зараза. Вот. Короче, да, буду путаться немножко в словах, потому что уже, короче, позанимался, помылся. И тут, оп, смотрю видос. Думаю, не буду записывать. А потом такой, нет, эта лошадь должна пострадать немного. Собственно, вот. Теперь мы идем. Все это у нас сейчас... Стоп. Ага, понял. Все, теперь я понял, что эта лошадь у нас просто должна страдать.
А куда я бегу, блядь, я не пойму. Мне кто-то объяснит вообще? Какого черта я делаю? Не пойму, зачем я вообще, блядь, вверх побежал? Давай беги, блядь. А, подожди. Я что-то запутался. Куда нам... Ага, все, я распутался. Ой! Хорошо, бля, как хорошо. Посмотри, как хорошо сейчас. Просто идеально сейчас будем все делать. А, заодно и вам может быть поприятнее то, что мы сейчас с вами просто будем без всяких таких тупых фейлов. Хотя, наверное, с фейлами тоже было бы классно. Я изначально не мог понять, что это, бля, сосиска. Здравствуй. Вот, и такие вот дела. Такие дела неприятно. Ну давайте просто эту ситуацию забудем с вами и не будем вспоминать, как страшный сон. Все, погнал. Прыгаем вниз. Здравствуй. Эй, я вообще так хотел сделать. Здравствуй. Забери своего брата. Поползли наверх. Здорово. Вот, еще хотел сказать, не обижайтесь. Могу, кстати, отдельно залить просто этот кусок. Там прикольно было. Вот здесь, кстати, вот этот мужик и находится. Для тех, кто не знал, смотрите. Вот. Причем это так угарно было. Я такой бегу. Внизу бегу, такое уже время. Я бегу такой, нет, нет, нет. Ну как вот с прошлой серии, ну не серии, а с прошлой карты, вот которую мы сегодня проходили. Я такой бегу, думаю, все, бегу, бегу, бегу. Смотрю вот этот вот телефон. Или что это такое, блядь, гриль. Бегу и такой думаю, да нет, а вдруг тут что-то есть. Поднялся наверх, смотрю, тут одной этой не хватает. Начал бегать, бежать. И тут бац, короче, вот эта морда. Я думаю, ну ни хрена себе ты запрятался. Здравствуй. Брата забери, говорю. Так, побежали. Сейчас попробуем так. Отлично, смотри, у нас уже сырый гриб. Шикардос. Вниз, бля, не хочет, смотри. Вот иногда прям не прожимает вниз. Сейчас я вам покажу еще один угарный момент. Я, наверное, даже этот в видосе вставлю, короче, этот кусочек. Во-первых, ставлю кусочек. Ставлю кусочек, короче, где я бежал, пытался пройти там, где надо сосиской, без сосиски и прошел. А второй кусочек ставлю там, где я... Ой, блядь, лошадь, ёбаная. Хорошо, поехали. Тихо, не-не-не. Все, остановимся, может. Спокойно. Нет. Нет, зараза, нет. Сука, ну ты прикинь, какая падаль. Почему он так сразу не делал? Короче, в итоге мы эту херню с вами и второй раз не взяли. Ладно, хоть одну нашли. Ненавижу эту лошадь, эту кобылу просто голимую. Побежал. Это сосиска нужна. Это я помню. Мне это нравится. Так, хорошо. Полетели. Ой, хорошо. Так. Сосиску отдал. Ай-яй-яй. Так, надо вот так сделать. Смотрите, я помню, как это пройти. Я это тоже минут 15 пытался пройти. Смотри, смотри, бежим. Бля, не так. Я немного не так планировал это пройти. Так. Блин, весь еще такой мокрый, блин, после... Короче, капец. Погнал. Я еще не замечал, что справа сверху вот этот ковбой. Так, смотри, бежим. А дальше делаем вот так. Блядь, а чего он не прыгает, не пойму. Сейчас опять будем 15 минут проходить. Так, еще раз, раз. Ай, да как так-то? Ну ты что, блядь? Ай, походу, да. Походу, будем 15 минут проходить. Берем сосиску. Тут надо просто вовремя, короче, прыгнуть. Не понял. Ну ладно, давай вот так. Нам нужно очень сильно разогнаться, во-первых. Как молния Маквин, просто смотри. Вот так. Блядь. Слышишь, да, давай-то вот, да. Сейчас вот так, подожди. Разгон, разгон, разгон. И полетели. Да ну как ты не долетаешь? Идеально он хотел пройти, ага. Идеально уже прошел, типа. На своей вот этой сосиской лошади. Так, сейчас, вот сейчас будет идеал. Ох, ну это космически просто отлично. Космически отлично, погнали. Отпусти эти перья голимые. Здравствуй, сука. Сейчас я тебе покажу, падла. Сейчас я покажу тебе. Я не про стену имел в виду. Хорош. Отпускай. Я должен найти сейчас этот момент.
И просто вам обязательно... Стоп, вернулся. Вернулся назад. Падаем здесь. Все, я помню. Есть одна... Глаз, точно! Точно, там же... А я в прошлый раз не находил никакой глаз. Прикиньте, я сейчас... О, нет! Я сейчас первый раз нашел глаз. Офигеть, вот мы с вами, как хорошо, что... Ой, тихо. А, нет! Нет! Так, бежим сейчас быстро. Ничего не собираем, просто бежим. Просто бежим, представляем. Представляем себе красивую картину. Не вот эту. Не вот эту красивую. Есть! Стой, тихо! Блядь. Так, представляем себе красивую картину. Какую-нибудь картину Пикассо, давайте. Картину Мали... Нет! Все, пиздец, не пройду. Не пройду, не пройду, не успею. Прикинь, и он заставляет меня падать. Так, собрался. Я это в прошлый раз не проходил. Я даже, честно, удивлен. Я думал, я... А, подожди, стоп, тихо. Нет, да как так-то? Ну что ты творишь? Пошел, еще раз. Бля, опять не успел, ты прикинь. Я успел, успел. Ты пиздец. Ненавижу эти штуки всякие на скорость. Ведь никогда у меня не получается. Как бы я... классно. Оп, ага. Я всегда их идеально прохожу. Я всегда прохожу идеально с первого раза. Так, идем. Есть, забрал. А ту как забрать? Ну-ка, сейчас подожди. Вот. Бля, не получается, смотри. У меня больше не получается вниз. Бля, одну карту просрали, ну ладно. Вот, я, короче, пошел сюда. Сейчас я вам кусочек где-нибудь, наверное, прикреплю слева снизу. Как я запрыгивал, короче, вот здесь вот пытался пройти сам без вот этой сосиски. Я ее вначале, короче, не увидел. Вот, вы увидите, поржете. Короче, продолжаем. Теперь идем сюда. Опять сосиска. Пошла вон. Вот это я помню. Вот это я помню. А вот это ты меня не обманешь больше. А вот это ты... Нет, что? В смысле? В смысле? А куда идти? А, вспомнил. Пошла в жопу. Блять. Отлично. Прикиньте, вспомнил. Все сделал прекрасно, все вспомнил. Фух, вот это нервно, конечно. В этот раз понервнее, потому что я знаю, что куда делать. И уже, ну, типа, есть шанс того, что мы можем это пройти. Поэтому я как бы уже так... Раньше из-за того, что проигрывал, я просто не знал, что делать, и поэтому такой, ну и пофиг. А сейчас, короче, я могу это пройти, поэтому я напрягаюсь очень сильно. Так, взяли ключ. Этот кусочек я вам показал, как и мы в прошлый раз проходили. Теперь смотрим, как мы в этот раз его пройдем. Ух, тихо, спокуха. Спокуха, блядь. Отдай сосиску. Да, блядь, ты можешь ее не... Так, ага. А что это такое? Куда ты летишь? Дядь, ты что? Набухался, что ли? Полетели. Так, вот, смотрите, и прикиньте, я это прошел. Я просто в шоке, честно вам сказать. А потом только такой, смотрю, короче. А там есть и этот. Думаю, блядь, так это же изи. Ну и вот, собственно, прошел. Вот, собственно, как надо было пройти, как прошел я. Открывай. Открывай. Открывай, насколько я помню, это обязательно дверь, да. Мы не можем ее просто, типа, не... Здорово, ключ, никуда там, мразь. Который в прошлый раз я кое-как взял. Мы, смотрите, сбиваем. Теперь смотрите, что делаем. Бьем вот так. Разворотик делаем. Вот так. Смотри, смотри. Бежим. Ага. И вот так. Дай заберу. Ключника, блядь, дай забрать. Все, бежим. А теперь бежим. Сука такая. Пошел. А что мы делали? А мы делали вот так. В прошлый раз, смотри. Бежим сюда. Так, пробегаем вот здесь. Ага. Вот тут. Вот так. Ага. Так, подожди. Не-не, бежим, бежим. Куда ты бежишь вообще? Подожди. Ты сам подожди. Так, стоп. Спокойно. Собрал, это все собрал. Так, бежим. Ага, понял. Сука. Так, это все помню, это все помню. Это до свидули, это до свидули. И вот так, смотри, сейчас эпически. Бам-бам-бам-бам-бам. Это было не эпически. Ну, для тебя, может, эпически, для меня не эпически. До свидания, ребят. Ай, засранцы. Посмотри, что творят. Так, тихо. Ага, ага, понял, идем сюда. Так, не понял. Сейчас, короче, в этот раз что-то медленно прохожу. Так, вон он, ключник, видели? А, да, вы же и так видели.
Все, мы сейчас идем к ключнику, чтобы как бы знать. Ты можешь прилететь? Так, идем сюда. Вот, заходим к ключнику. Блять, зайди к ключнику, потому что мы уже почти у выхода. Заходим, берем еще раз пончик. Мы, по-моему, прошли с вами на 12 тысяч в прошлый раз. И в этот раз... Сосиска мне не нужна, спасибо. В этот раз вот так. Марио, спасибо, ты всегда мне помогаешь. Спасибо большое, брат. Просто бежим. Просто неважно куда. Ага, все в порядке. До свидания, ребят. Удачи вам, счастья, успехов в личной жизни. Так. Я еще, кстати, не смотрел, а что вот там? А, смотрел, почему не смотрел? Я смотрел. Стоп, а вот тут? Ага, это я понял. Все, бежим тогда. Раз, два, три. Марио, ты подсказываешь, брат, да? Я знаю, что ты всегда на моей стороне. Так, стоп, тихо. Так, не хотелось бы сейчас еще раз, знаете, перепроходить это все. Все, мы дошли. Ух, собственно, как-то так. Парочку кусочков я прикреплю, как в прошлый раз мы проходили, как я уже вам говорил тысячу, блядь, миллионов раз. Вот, прикреплю, все, посмотрите. И мы прошли на Very Nice, причем мы намного больше прошли, мы не взяли единственный помидорку, этому лошадь эту. Эту драную лошадь не смогли победить. Ну, ничего. Еще разочек, может, пройду. И с вами победим. Зато, смотрите, побили рекорд, свой же, собственно, рекорд. Что у нас есть, ничего больше интересного. Все, у нас остался босс. У нас остался, короче, один босс. Мы все прошли на А с вами, кроме вот этого вот... Мне не понравился вот этот техасский, где там кидают ножки чили. Вот, это единственное, что мы с вами не нашли. И не нашли еще парочку вот этих. Одного помидора, и вначале мы тоже кого-то одного не нашли. А так, собственно, все отлично прошли. Дальше мы идем на босса. Босс у нас, по-моему, вот это босс. Да, вот это босс. На босса мы уже сходим в следующей серии. И отправимся на третий этаж, насколько я понял. Да, тут три этажа или четыре этажа, вот этого я не пойму. Скорее всего, три. Собственно, как-то так. Спасибо, что посмотрели, с вами был Руслан. Увидимся уже в следующих сериях. Подписывайтесь на канал, оценивайте, ставьте лайки. Все ссылки находятся в описании под этим видео. Не забывайте про колокольчик. И всем удачи, всем пока.